Многодетным семьям помогут. Для поддержки пар с тремя и более детьми будет создано удостоверение почетной семьи Латвии – семейная карта 3+. Все обладатели этой карты смогут получить скидки от частных и государственных предприятий. Тему продолжит Анастасия Дьяконова. Мама четырех детей Иева сегодня приехала из Адажи с двумя дочками. Остальные дома. Доехать до столицы всей семьей слишком дорого. Скидки на транспорт и посещение культурных мероприятий – вот чего ждет Иева. Руководители проекта «Семейной карты» надеются, что в будущем карта сможет решить эти вопросы. Мы столкнулись с тем, что нет никакой статистики, сколько многодетных семей. Только та информация, которую предлагает агентство государственного социального страхования, которое выдает пособие. К тому же там данные о детях от 1 года, поэтому точной информации о семьях нет. В Европе уже есть опыт подобной поддержки многодетных семей. Эта карта сейчас карта ELFATS, то есть это Европейская международная конфедерация многодетных семей, так она называется. Она объединяет порядка этой организации 17 стран многодетных организаций, в том числе и Латвии. И этот проект с этой картой запускается на таком уровне, что страны, которые между собой договариваются о обоюдных льготах, начинают участвовать. Более активно сейчас в этом проекте работают Португалия и Испания. В соседней Литве до сих пор не определено понятие «многодетная семья». А наши северные соседи, эстонцы, запустили карту поддержки этой весной. Чтобы получить семейную карту в Латвии, начиная с 15 августа, необходимо заполнить анкету на сайте проекта godadimana.lv. Там же можно найти всю информацию о предоставляемых скидках. Правда, проект будет финансироваться до конца 2015 года. Далее его судьба не ясна. Я думаю, что нет такого политика, который сказал бы в будущем, что такая карта не нужна. Мы просто можем надеяться, что эта система карт, которая у нас сейчас такая разнообразная, что некоторые люди имеют в кошельке там около 20 разных карт, что она как-то, может быть, объединится когда-нибудь, да, и этих карт будет меньше. В будущем информация о многодетных семьях, возможно, будет размещена на ID-картах. Но пока все это только в планах. Анастасия Дьяконова, Игорь Стац, Латвийское телевидение.